выгребал, Алёша. Вот следствие было. Так, мне надо выгреб, так, и я 3 часа греб на веслах, выпил водки, короче, меня вскурило. И эти волны вот такие вот. Ща блевану. Единственное, что меня спасало, это то, что я греб на веслах. Пацаны, дай погребу, не подожди. Дал одного погрести, чувствую, меня подпирает. Так, давай. Дай-ка, подожди, пусть покипит. Сейчас выкипит. Давай. Короче, 3 часа грех сделали. До острова, до того, доплыли, нас чайки обосрали. И мы вернулись благополучно. Течение сильно там, да, я смотрю, меня начало относить. Грибу вроде как. Ну, пришлось поднапрячься. Вот, да, получается, до того острова не доезжает там. Ощущение такое. Я просто там, это маяк. Прижаться к Финикову, допустим, прижаться на лодку, да? Не выходить туда в море. Я на таком же, примерно. Ну как он ехал? Ну вот по... По лодку, да, там? Да. Через эту силу. Да, по берегу, по берегу. По берегу. Мы ходили вот дорога, по берегу. Да. Если бы Чирикова вокруг обошли бы. Там не дойдет уже, класс скорая. Там домики стоят, там мыс такой, домики стоят, рыбашки. Туда надо сочёться, да, видимо? На домике там все не дадут тебе ночевать. Да не, ну с палаткой там все. Не дадут, там собаки на себе не будут, блядь. Да что, там... шмак стало, кинул собаку. Да нет. Да ну прямо, ты все, чтобы меня еще собаки заедали. Да лучше... Взял оглоблю, распылял, да, да, и всё. Для чего вы там ночевать? Ну, бро, я к тому, что туда идешь 14 километров, чтобы отдохнуть, понимаешь? Куда идешь? Там поспал, виды классные, да. До маяка, потом обратно. До какого маяка? Вот до этого? Ну, до Чирикова. А, вон до того? Да. А, что на а того, ты про да. это базаришь? Да. Да, вот. А. До маяк стоит. Вот я самое думал. Нормальное вон. Здесь вот отсюда пошел по берегу, по большому отливу спокойно до батареи доходишь. Ночуешь. Все, и там можно дальше по берегу потом еще круто. Ну я думаю на лодочках. Вот чисто у кого резинки есть, на веслах. Потихонечку пошлепали. Давай, давай, ну давай. Как на великах обычно, а тут просто на веслах, понимаете, да, мужики? Я тебя на великах не вижу, чтобы вот так вокруг всего мыса кто-то катал. На великах? Да. Ну, на лодках. Там по отливу такие прижимы бывают. На лодках ты имеешь в виду? На великах. А как это на веслах? Это про лодки, про лодки. На лодке, да, на моторе Пашка вот ходил. А я говорю про весельные лодки. Обычную 300-ку берешь. Ну у меня есть. Упал на нее, на весла и погнали. Вот. Видосы, опять же, ну классное время. Заякорились где-то, порыбачили, высадились на берег, костерочек там, все дела. Дальше поплыли. Вот такой чисто отдых такой, понимаешь, я предлагаю. Заодно спину вкачать, понимаешь? Да, там качается нормально, она, кстати, интересно. Так, еще кипит или снимаем? Снимаем. Сейчас там тяжелые металлы. Это я. От долгого кипит. Микробы уже все пометили. Сейчас, вот эту обожгу от микробов. Потому что я сейчас буду вот так снимать. Вообще нормально солнце. Друзья, может я да вообще просто взять этот минус вот так. О, давай, подвигай вот так. Уточил. А, у меня нет датчика, у меня только вот такие перчатки. Ну бери уже и... Что, не горячее что ли? А что горячее? Не изобретатель. Вот так вот. Да, гениальный. Да, да он изобретатель. Ботинку зацени мою. Да. Открывашку надо, да поскрывать. Да вот он, Сань... он взял ту. У Санька колбаса еще есть. По размеру, да? И почти. Да. Баратюха такая, потом будет с бревном ходить. Тут можно столик какой-то организовать, да, наверное? Тут можно сесть раз,
смотрите там доску. Ох ты, сколько креветок здесь. Это не хотели, крепил. Кормыши. Вон ведро есть. Если желание подключать за эту воду. Зал ходишь, Саня? Зал ходишь. А? Я смотрю, у тебя Олег, тебя здорово. Вот это мне было ужо. А я предлагал туда, вот там делать и все. Мохито, нифига тут. Мохито. А я мохито брал. Я когда был на Пикидоне на острове, там была ночная дискотека. На худой конец потом в огонь бросить. Вообще, отлично. Вот они, коряги. Куда? Палец полоскал. Женя, ты включи, где эта мелодия там такая, какая-то, знаешь, чилл-аут у тебя. Какая-то медитация у тебя была, там вообще балдеть. Сань, ножик возьми, вон, на...
это стол у нас, что ли, такой? Готово. Кстати, я вам сижу. О, тоже. Дальше, а вот сразу вот там. А, нет, это вот, вот напротив острова, вот этот вот, сразу вот. Нет, нет, кусок, я имею в виду, вот кусок. Его одевает там. Такая бухта, такая бухта. А это вот, вы ведь раньше спускались оттуда. Ты, наверное, не будем резать, я так и помочь. Да, порежь. Я порежу. Аккуратно, некуда. Да, вот сюда кладешь, вот. Да вон мою кепку складывает. Я потом ледовый смогу спасать, башка. Хлеб, что тут такого? Давай. Так еще, Сань, кто подъедет? Подъедет? Все, все. Я не понял. Маха поехал обратно. Тебе. Он сказал нам ждать. Понимаете, 10 минут. Как мы его ждали, он 15 до поля. Ну, оттуда сейчас бортов едет. Ну, вот там вот как раз, кстати, пляжик есть. Песочный, хороший. Ну, вот там вот песочный. Не-не-не-не-не. Вот он прямо напротив острова, его отсюда не видно. Вот его чуть-чуть за угол, заходит туда, за высокий, там сразу пляж. Его не с той стороны не видно, получается, не с этой стороны не видно, а там посередине. Там как бы бухта такая офигенная. Мы там с Карифаном на колдине просто напихали. Он на колдосе тоже проезжал и там значок был. Жалко, но соль? Да, ну как бы жалко, ладно, наверное. Я не понимаю. Мы проезжали там, да. Соли машины на полгода на год хватает. Ну, гниет. Прекрасно стоит. Ну, у меня батя вот сколько прадика был сразу после снега. Все равно уже немножечко где-то начал поступать соли. Я вон загонял.